Интересно. Я извиняюсь, что придется эту веселую тематику немного прервать, но так как сейчас в Армении на днях, знаете, происходят митинги с просьбой или требованием о выводе российских пограничников из аэропорта Заварт-Ноц, я бы хотела, чтобы вы прокомментировали эту тему, потому что мы с вами знаем, что после вывода пограничников из аэропорта Заварт-Ноц последует следующий шаг. Это вывод пограничников из всей территории армяно-турецкой границы и дальше уже вывод российских войск. Чтобы эта вся цепочка прервалась и не осуществилась, как вы считаете, что нужно нам, молодежь Армении или уже отчасти молодежь, сделать как сообщество более пророссийское, проживающее или находящееся в Армении? Что вам нужно сделать? Вам нужно прийти в себя. Можно я вам задам встречный вопрос? А вы голосовали за Пашиняна? Нет. Вы поддерживали его на митингах? Я не голосовала за него, потому что не находилась в тот момент в Армении. Поддерживаю ли я его или нет, вопрос провокационный, но я на него отвечу, потому что я являюсь пророссийским человеком, я являюсь политологом, закончившийся российский вуз, поэтому, исходя из той политики, которая сейчас происходит в Армении, скорее всего, нет, чем да, смотря не имею к нему личного никакого отношения, значит, ни хорошего, ни плохого. Что касается вашего вопроса и что должна делать молодежь Армении. Молодежь Армении должна понять, что Пашинян – предатель армянского народа и ведет Армению к полному уничтожению. Если он будет оставаться у власти, и молодежь Армении, а также взрослые люди Армении будут продолжать его поддерживать, то не будет никакой Армении в течение лет 5, как уже нет никакого Карабаха в том виде, в каком он был нужен армянам. И Армении не будет вообще. Вот увидите. Пусть продолжают выбирать Пашиняна, если им близка такая самоубийственная политика. Люди, кто его поддерживает, просто самоубийцы. Я логику самоубийц не понимаю. Психиатрия никогда не работала. Поэтому, собственно, вот все, что я могу на это ответить. Спасибо за вопрос.